Ну и кто тут королева? О, она великолепна! О! Что происходит? Привет! Ты! Я Мэнди! О, да! Я люблю крутое освещение! Но еще больше я люблю танцевать! Королева танцпола! О, да ладно! Ты завтра проиграешь! Меня не победить! Это мы еще посмотрим! Завтра мне нужно выглядеть потрясающе! Дай мне его и возьми вот это! Без паники! Мы найдем что-нибудь красивое! Я это возьму! Спасибо! Извините, мы что, переезжаем? В чем дело? Дорогая, мы должны тебе кое-что сказать. Извиняюсь. Мы разорены. Я свободна. Что? Нет! Это был просто сон. Горничная! А? Куда все подевались? Мы прям разорены? Мне нужно собраться. Прыщи? Нет, 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 нет! Быстрее, мне нужно, чтобы... Все мои прыщи пропали! Нет, я должна выиграть этот конкурс. Что это? Фу! Какая гадость! Минутку. Подойдет для отшелушивания. И пахнет не так уж и плохо. Это сработает. Я слышала, кофе полезен для кожи. Идеально. Перейдем к следующему этапу. О нет, стало еще хуже. Нет, нет, так я никогда не выиграю. Ну конечно, мне поможет алоэ вера. К счастью, они это оставили. Время освежить лицо. Ух ты, зацените это липкое чудо. Достаточно маленькой ложечки. Положу в банку, так будет удобнее. Я уже чувствую его волшебный эффект. Вау, так освежает. Окей, теперь у меня кожа как у младенца. У меня что-то на ноге. Паук, ненавижу, это кошмар какой-то. Хотя, надо импровизировать. Вот и новая резинка для волос. Не очень новая. Никто не заметит. Откуда им знать? Я видела этот трюк в ТикТоке. Мне нужна стильная прическа. И я добьюсь этого, даже если придется сделать все самой. Я не позволю Мэнди победить. Добавим немного волшебства. О, кажется, сработало. По крайней мере, мои волосы целы. Ух ты! Обожаю такие прически. Я выгляжу очаровательно. А с этими косичками я точно выиграю конкурс. О, шоколад? Чудесно. Я слышала, что какао – это натуральный краситель. Мои румяна – такой естественный цвет. Время навести красоту. Может быть, это слишком? Вот так. Гораздо лучше. Фольга. Добавим блеска. Очень мило. К счастью, у меня осталось любимое платье. Сейчас примерим. Не хватает только украшений. О, милая, ты выглядишь прекрасно. Это ожерелье твоей бабушки. На удачу. Спасибо, мам. Теперь я готова. Добро пожаловать на танцевальный конкурс. Наш первый участник Мэнди. Вы меня ждали? У нее отлично. Она хорошо. Мне нравится. Она такая крутая. Да-да. Благодарю, Мэнди. А теперь давайте похлопаем Майе. Окей, шоу начинается. Привет, я Майя. Это вы мне? Что? Боже, спасибо. Нет, вам это не огромное. Может быть лучше моего номера. Я ей покажу. Что она делает? Новая хореография? Окей, итак, победитель Мэнди! Мэнди, поздравляю! Благодарю! Это было потрясающе! Скорее поздравим ее! Мэнди, ты в порядке? Вот! Ничего себе! Майя, мы любим тебя! Ты лучше! Отлично, Майя! Теперь мы уже не банкроты! Мы опять можем быть популярными и тратить деньги! Даешь вечеринку!
Добро пожаловать на мой научный канал, ребята! Сегодня мы будем создавать невероятный цвет. Больше похоже на радужный взрыв. Ух ты, Майя! Ты моя любимая ученица! Ты потрясающая! Тебя пригласили на токсичную вечеринку, развлекайся. Давай уже взглянем на твой проект. Мои волосы! Ставлю тебе двойку! О, нет! Меня кто-то подставил! Рэйчел! Глупая ботанка! Ух ты! У Полар вышел новый клип! Смотрите, я Человек-паук! Постреляем паутиной! Да, получилось! Я кажусь папе! О, боже! Смотри, что ты сделал с моей книгой! Ты об этой крошечной капле? Извини, Майя, прошу прощения! Что? Пора на урок! Быстрее! Я опаздываю! Бегите, чудики, бегите! Подождите меня! Нет, пожалуйста, подождите! Что? Я прошла сквозь дверь? Привет, ребята, простите за опоздание! Ребята, эй, я тут! Почему меня никто не слышит? Крис, я здесь! У меня кипит мозг! Что? Какой странный глюк! Фу! Что это? Эй, кто-то бросается! Ой, прошу прощения! Эй, Люси! Эй, ты меня слышишь, Люси? Пожалуйста, ответь мне! Землетрясение! Землетрясение! А чего это ты шумишь? Я... но... Так, посмотрим твои записи. Нет, пожалуйста. Что? Я кто? Ты наказана! Мне жаль, Люси. Эй, мистер Джонатан. О, дурацкий стул. Эй, я здесь. Видите меня? Ой. В порядке, мистер Джей. Хулиганы! Кто это сделал? Да что со мной происходит? О, боже, я проспала! Мне нужно на урок! Ой! Моя голова! Что? Опять ты? Ты что, видишь меня? Конечно, вижу! Почему ты так странно выглядишь? Ладно, я опаздываю! Подожди, ты одна можешь мне помочь! После того, что ты со мной сделала, ни за что! Подожди! А? Что это ты делаешь? А? Хватит! Отвали от меня! Что здесь происходит? О, ты еще больше неудачница, чем я! Ты станешь новой Пеппой! Оставь меня в покое, Рэйчел! Что здесь происходит? Отвали! Я ничего не вижу! Эти очки – подарок моей мамы! Да у тебя проблемы! Что? Итак, кто это сделал? Это была ты? Нет, сэр! Ты! Ты идешь к директору! Опять? Итак, дети, я хочу сделать объявление о нашем вокальном конкурсе! Это будет потрясающе! Ерунда! Лучше вернусь к своим ботанским делам. И главным призом будет ла-ла-ла стипендия! А? Что? Стипендия? Вот это да! Я смогу купить все книги в мире! Майя, ты с нами? А, простите? Поздравляем прошлогоднего победителя Рэйчел! А, кстати, где она? Если кто-нибудь ее увидит, пожалуйста, дайте мне знать, ребята. Она такая красивая. Хотела бы я быть такой, как она. Но я выгляжу хуже, чем Фредди Крюгер. Я никогда не смогу победить. А, секундочку. У тебя будет шанс. Я помогу тебе, если ты поможешь мне вернуть мое тело. По рукам. Давай зажжем как следует на этом конкурсе. Да. Итак, начнем с внешнего вида. Прошу прощения, ну и что со мной не так? У меня ведь ангельское личико. Фу, ладно, начнем с бровей. Просто расслабься. Ладно. Не волнуйся, это как поцелуй муравья.
О, боже, что ты тут? А? О, мама? Это что, летающий пинцет? Нет, это всего лишь бабочка. О, видимо, это из-за моих очков. Да, мам, я просто тренируюсь для конкурса. Ла-ла-ла-ла. Милая, у тебя очень приятный голос. Надо найти Беруши. Ладно, продолжим. Нет, 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 нет. Ну как же тогда нам это сделать? М? Что? О, минуточку. Что это у нас тут? Попробуем лайфхаки вместо гаджетов. Прости меня, пчелка, придется потянуть за эту ниточку. Отлично. А теперь сделаем из нее два кружочка. Ого, это куда лучше пинцета. Так я быстро удалю все лишние волосы. Невероятно. Вау, мое лицо сияет. Гадость, это нужно исправить. Вернемся к пинцету. Без паники, в этот раз будет не больно. Что это вообще такое? Эй, осторожно! Фу, что это? Я думала, все еще живое. Это же моя вкусняшка. Чудесно. Давай расчешем тебе волосы. Ура! Готово. Ты в порядке? Кажется, что-то попало мне в рот. Что это? Ладно, давай начнем. Застрял. Что происходит? Получилось? Да не очень. Нужно взять что-то побольше. О, вот эта штука нам поможет. Ух ты, у меня теперь такие шелковистые и мягкие волосы. Пора заняться одеждой. Хорошо, вот мой гардероб. Божечки, он еще более ботанский, чем я думала. Нравится? А это точно гардероб? А? Что? Где? А? О нет, я ничего не вижу. Где мои очки? А? О, секундочку. Ага, так-то лучше. А? Да, вполне себе. Так, нам предстоит большая работа. Пора обновить твою одежду. Думаешь, справишься? Так, произведем кое-какие расчеты. Если взять креативность А равно Б, затем разделить, да, у нас все получится. Итак, отрежем нижнюю часть футболки. Отлично. Теперь возьмем булавки. Прикрепим их сюда, как маленькие зубки. Класс, какая у меня теперь стильная футболка. Тебе нравится, Рэйчел? Чего-то не хватает. Лучше надень эту жилетку. О, божечки, теперь я выгляжу как Шакира. О, потрясающе. Твои штаны. Что? Мои штаны? Ужас, я как будто из коровника, фу. А ведь я хочу быть модной городской девчонкой. На помощь музы дизайна. О, я знаю, что делать. Добавим немного цвета моим треникам. Я буду маленькой мисс счастье. Класс, теперь они выглядят очень стильно. Вот что называется умной модой. Теперь я себя чувствую как поп-звезда. Ну, что ты на это скажешь? Да что не так-то? В этих очках ты похожа на Гарри Поттера. Они тебе больше не понадобятся. Подожди, нет! Мои любимые очки! Не волнуйся, Майя, у меня есть кое-что получше. Как насчет этих линз? Ого, они выглядят потрясающе. Ну что ж, попробую их надеть. Осторожно отвинтим крышку контейнера. Самое сложное – достать линзу. Да, наконец-то. Фух, ладно, дружочек, добро пожаловать в новый дом. Вау, так много цветов, теперь я вижу. Красота. А теперь пора заняться макияжем. Да. Давай я покажу тебе свою косметику. О, боже. Это основа, я использую с ней эту кисть. Что? Испортила мою лучшую фотографию. Пора взять настоящую косметичку. Использую мои средства. Это все мне? Невероятно! Теперь все будет как надо. Возьмем немного серебряных блесток и этот синий порошок. И добавим королевский аромат. Идеально! Ну разве не красиво? И последнее. Ух ты! Я словно летаю в облаках блесток. Так, посмотрим, о, что божечки, у нас получилось. Я выгляжу как настоящая поп-звезда. Ладно, а теперь давай потанцуем. Давай. Нужно изящно покачивать бедрами. Без проблем. Эй, я неудержима.
О, нет, осторожно! Эй, дорогая! В этом доме водятся привидения! Что? Не понимаю! Привет, мам! Эти цветы для тебя! Но как? Минуточку! Очки сломались! Ты в порядке? Да! Смотри! Теперь понятно, что тебе нужно делать! Пошли! Да, пойдем! О, нет! Ой, я же ничего не знаю! Нужно торопиться! Эй, не волнуйся, добрая Рэйчел спешит на помощь. О, нет. Время вышло. Подождите, я еще не закончила. Так, посмотрим. Ух ты, ставлю тебе 5 с плюсом. Мои поздравления. Круто. Ну как? Одно хорошее дело сделано. Да, я так горжусь тобой. Да, карма работает. Ой. Я такая неуклюжая! Бедная девочка, я знаю, как тебе помочь. Взбитые сливки ничем не хуже. О, взбитые печеньки! Как вкусно! Получилось! Ну же, Рэйчел, мы опаздываем. Ладно. Всем привет и добро пожаловать на вокальный конкурс! Круто! И наша первая участница Майя! Привет, ребята! Ого! Большое вам спасибо, спасибо! Ого! Она такая крутышка! Ого! Ты в порядке? Да, спасибо. Смотри, твоя человеческая шкала заполнена. Получилось. Ты снова человек. Это же Рэйчел. Monday, Friday, not today. I'm busy, busy, be. Monday, Friday, not today. Вот это что! Рэйчел, и наш победитель. Вы обе. Вы отлично справились, девочки. Мне нельзя опаздывать. Надеваем одежду. О, сумка. О, теперь заряд бодрости. А, не забыть ключи. О, нет. Прости, мам. Пока-пока. Нужно заправиться кофеином. Сделаем вас белоснежными и свежими, ребята. О, почти готово. Я здесь. А? О, это тест! Тест? О чем это вы? Тест начнется через 1 минуту. Боже мой, как я могла забыть о тесте? Где моя шпаргалка? Давай же! Ага, тут нужна маскировка. Гениально, теперь можно начинать. О, вау, это круто! Что ты делаешь, Рэйчел? Пишу тест, мисс. Окей, продолжай. О, повезло. О, боже, какой ужас! Доброе утро, класс! Сегодня у нас тест! Что? Еще один тест? Нужна помощь. Мой телефон. Хорошо, положим телефон вот сюда. Обведем его контуры. Ага, идеально. Да, можно начинать тест. Теперь я точно напишу на отлично. Никаких блокнотов, юная леди. Как же я получу 5 без шпаргалок? Прощай, телефон. О, это идея. Пора включить креатив. Давай, помоги мне, клей. Что там происходит? А что это? Моя рука, она прилипла. Кажется, все окей. Итак, на чем я остановился? Чуть не попалась. Хорошо, вернемся к работе. Нанесем клей на корпус телефона. И приклеим цветные карандаши. Отлично. Время для селфи. Нужно выбрать правильный ракурс. Окей, улыбка. Он идет. Это как-то странно. Все путем. Он купился на это. Опять включим шпаргалку. Окей, так, так. Окей, хорошо. Что это ты делаешь? Здрасте, мистер Джей. Это твой последний шанс. Ну и ладно. Это твой последний шанс. Мне нужно освежиться. Так классно.
О, есть отличная идея! Берем маркеры и ответы. Просто пишем шпаргалку на бутылке. И как я раньше не додумалась. Замечательно! Теперь стой здесь, пока ты мне не понадобишься. Боже, как пить охота! Эй, можно глотнуть немного? Конечно, пожалуйста. Спасибо, обожаю колу. Покажи мне эту бутылку. О, смотрите, что у нас здесь. Списываем, а? И накажем. Пожалуйста. Наконец-то перемена. Оу, лавина! Гадство, теперь мне нужно прибираться в шкафчике. Ладно, тут помогут цветные бумажные пакеты и магниты. Прикрепим бумажный пакет магнитом. И еще один вот здесь. Положим вещи в пакет. Ручки и карандаши тоже. Очень мило, правда? Мари Кондо может мной гордиться. Не могу дождаться результатов. Твой тест, Рэйчел. Спасибо, мистер Джей. Что? Двойка с минусом? Но как? Плохие дела. О, я знаю, как все исправить. Один штрих здесь, один штрих тут. О, я так горжусь тобой. Дай мне это. Ты наказана! Два часа штраф-класса? Кошмар! Это так скучно! Чем бы заняться? Ручки, это не круто! Какая скукотища! Ну и беспорядок! Нужно их скрепить! Зацените эти милые скрепки! О, мистер Слоник хочет мне помочь. Вот так. Няшно, но могло бы быть и лучше. О, нет, все еще скучно. Конфеты добавят волшебства. О, да! Берем мини-леденец и клеевой пистолет. Намазываем леденец клеем и приделываем скрепку. Милота! Просто чудесно! Теперь карандаши. Сделаем их необычными. Возьмем карандаш вот так. Нанесем каплю горячего клея на тупой конец. Убедимся, что клея достаточно. Окей. Теперь приклеим милые конфетки. О, так мило. Мне нравится. И последний. Давайте добавим блеска. Вернемся к клею. А вот и блесточки. Насыпаем блестки на клей. О, потрясающе! Думаю, нужно больше красок. О, да! Фея крестная из страны единорожек. Это так волшебно! Время порисовать. Улыбочку! Облом! Куда я положила точилку? Может, она в сумке? О, ну, конечно. Вот же она. Что ж, удиви меня, точилка. Крутим, 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 точим. Невероятно! А теперь вернемся к делу. Готово. Добавим цвета. Акварельная краска идеально подойдет для моего шедевра. Окей. О, нет, мой рисунок! Что мне теперь делать? Я знаю! Без паники, используем скотч. Обмотаем и приклеим вот так. Поместим стакан сюда. Неплохо. Закончив рисовать, я просто окуну кисть в воду. И высушу ее в другом стакане. Мне нужно готовиться к тесту. Мама будет этим довольна. Геометрия. Нарисовать круг? Проще простого. Это не похоже на круг. Должен быть другой способ. Карандаш и ножницы. Прикрепим карандаш к одной стороне ножниц. Обмотаем его скотчем. Вот так. Поставим ножницы на бумагу и будем двигать бумагу, пока не получится круг. Замечательно! Дело сделано! Идем дальше. Я не фанат арифметики, но... может быть, сперва увлажним организм.
Я знаю, что тут поможет. Один стакан, два стакана, три стакана, четыре стакана, пять стаканов. Круто! Теперь я все сосчитаю. Приступим! Наконец-то все сделано. Смотрите, куда идете, мистер Джей. Теперь нужно снова приводить все в порядок. Ну и бардак. Я знаю, что мне пригодится. Принтер для наклеек со стразами. Да, включаем, пишем текст и печатаем наклейку. А вот и результат. Наклейки готовы, как и скрепки для папок. Теперь можно расслабиться. Объясни это! О, нет! О, дети в наши дни! Он думает, что сможет остановить меня? Зря надеется. Да, идеальная поверхность для наклеек. Ну же, не двигайся! Что это было? Эти дети вечно что-то замышляют. Чуть не попалась. Ох, здесь так жарко. Кондиционер снова не работает. О, хорошая идея. С дороги. Для моего изобретения нужно место. Клейкая лента никогда не подведет. Приклеим другой конец здесь. Теперь вот так. И вуаля, крутой бумажный веер. Ах, так приятно. Намного лучше. Ах, так скучно. Мне нечего делать. Может, что-нибудь занятное найдется в сумке? Посмотрим. Ручка антистресс? Ого, так круто! Зацените-ка. Отпадный цвет. Ух ты, магниты. Они не падают, даже когда вы их трясете. Что еще эта штука может делать? Прикольно. Похоже на револьвер. Что будет, если я покручу? Вау, ребята, эта штука летает. Как классно! Опси, не будем пока его будить. О, нет, у меня же тест. О, привет, Пикси. Помоги мне, нужен держатель для телефона. Конечно. Круто. Сначала уберем волосы. Поместим чехол под футболку. Теперь вставим телефон в чехол. Идеально. Я готова к тесту. Это косинус? Окей. Держись, Пикси, еще немножко. Никто этого не заметит. Быстрее, пока он тебя не увидел. Двойка. Еще одна двойка. Вот что бывает, когда дети слишком много играют в видеоигры. Невероятно. Что это за шум? Что там происходит? Щекотно. Рэйчел, поторопись. Очень подозрительно. О, нет. Все в порядке? Да-да, почти готово. А у тебя? Почти готово, сэр. Хорошо. Дай мне посмотреть. О, боже, пожалуйста, пусть будет пятерка, прошу. Отличная работа. Вот твой тест. Серьезно? Да. Ну и денек. О, нет. Уже утро? Нет! За что? Мы опаздываем. Что такое? Майя! Майя! Давай, Майя, ты опоздаешь. Нам надо торопиться. Но еще Майя, слишком рано. Для таких дел никогда не рано. Ой. Майя, быстрее. Мы успели. Посадка на рейс в эксклюзивную школу через 3 часа. Вот твой багаж, твой обед. И твой билет. Ого, здесь все такое классное. Да. Нет, не могу поверить. По-моему, могло быть красивее. Да, точно. Привет! Привет, ребята! Очень рада познакомиться! Привет! Привет! Вау! Ты выглядишь шикарно! Это новый наряд? Ну, ладно. Всем привет! Да ладно! О, ты должно быть Майя! Да! Я директор этой школы, идем, я тебе все покажу! О, спасибо! Это твоя комната. Уверен, тебе понравится. Чувствуй себя как дома. Пока! Вау! Надо же, такая просторная!
Двухъярусная кровать? Я всегда хотела поспать наверху. О, вау, как круто! Вот твое место! Окей, да. Хорошо, посмотрим. О, нет, это не... Это совсем не эксклюзив. Когда этой кроватью последний раз пользовались? Ну, ладно, могло быть и хуже. А? Я опаздываю. Фу! Доброе утро, дети! Встречайте нашу новую ученицу Майю! Всем привет! Ио! Какой кошмар! Итак, она будет учиться в нашем классе. Вот так хорошо. Я уверена, они тебя полюбят. Иди, выбери себе место. Привет, меня зовут Майя. Конечно. Привет. Можно сесть рядом с тобой? Прости, уже занято. Ладно. Привет, можно? Извини, тут нельзя. Ладно. Эй, Майя, ты можешь сесть со мной. Что ж, спасибо. Как можно быть такой глупой? Ничего страшного. О, это настоящее золото. Не трогай, это чужое. Ну, ладно. Что такое? Же для... Что это? В смысле, для чего это нужно? Вот для чего. Это для чтения. Чтение? Все равно не понимаю. Не прикасайся, ты заразишься бедностью. Что не так с моим учебником? Майя, тебе это не нужно. Достаточно ноутбука. Вот это для тебя. Но я никогда не пользовалась ноутбуком. Она никогда не видела ноутбука? Не проблема. У меня есть мой домашний компьютер. Вот так. Готово. Что это такое? Ладно. Теперь надо тебя загрузить. Отлично, теперь продолжаем. Что? Они все уже работают? Серьезно? Мой бедняжка. Осталась одна минута, класс. Еще чуть-чуть. Почти готово. Да, наконец-то. Можно начинать. Ну, все время вышло, покажите ваши работы. О, хорошо, да, поздравляю. Так, дальше. О, движется. Ух, как быстро, браво. Ура, мне! Нужно быстро что-нибудь сделать! Быстрее, Майя, быстрее! Придумай что-нибудь! Действуй! А что у тебя, Майя? Нет, 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 нет! Не сейчас, пожалуйста! Она ничего не может сделать сама! Что случилось? Ты получаешь двойку! Первая двойка в моей жизни. Ну что ж, тоже достижение. Я здесь так от всех отличаюсь. Привет, мам! Привет, Майя! Как у тебя дела? Как новая школа? Тебе нравится еда? А как насчет погоды? Я слышала, у вас дожди. У тебя уже появились новые друзья? Да, все в порядке. У меня... Извини. Пока, мам.
Прости. Это ты прости, иногда я такой неуклюжий. Кстати, я Крис. Привет, Крис, я Майя. У тебя такой интересный стиль. Ну, ты знаешь, я тут новенькая. А? Я только недавно приехала. Это место очень классное. Тебе тут понравится. О, прости, мне нужно идти. Еще увидимся. Да, здесь очень классно. Привет, девочки. Она все еще здесь. Почему они не хотят со мной общаться? Для них что, важны только деньги? Я не думала, что они окажутся такими. Здравствуйте, дети! Сегодня проведем эксперимент. Вы будете работать парами. Но у меня нет пары. Извините, задержался. Можно войти? Да, разумеется, Крис. Входим. Спасибо, мэм. Эй, Крис, садись сюда. Привет, Майя. Что-то он делает. Рад тебя видеть. Привет, Крис. Итак, класс, ваше задание — найти новую формулу, чтобы превратить растение из вот такого в вот такое. Ладно, начинаем. Ты уверен? Погоди, постой, погоди. Он так и не со мной. Осталась одна минута. Нам надо торопиться. Да! Даже я не знаю, как добиться такого. Мы это сделали! Мы лучшая команда! Это мы еще посмотрим. Хорошая работа! Посмотрим, как вы справитесь вот с этим. Отправила. Что? Новенькая с Крисом? Я ей покажу. 3, 2, 1. Где она? Да, и листья такие классные. Убери эту штуку. Что ты делаешь с Крисом? Он мой партнер по научному опыту. Зачем ты испортила наш проект? Проект? Дай мне это. Ты никогда не будешь одной из нас. Но я не... Я не могу! Больше не хочу это делать! Тоже мне драма. Это было глупо, Китти. Что? Я просто шутила. Она такая плакса. Не понимаю, почему все ко мне так жестоки? Оказаться здесь было моей мечтой. Но теперь она превратилась в кошмар. Я звоню маме. Хочу обратно домой. Алло. Мам, это я. Люблю тебя, мам. Майя? Ты меня слышишь, Майя? Майя? Конкурс? Выбор королевы красоты? Я могу принять участие. Я смогу. Может, так я смогу заставить их полюбить меня? Особенно, если удастся победить ее. Никогда не забуду, как она со мной поступила. Наконец-то уснула. Я точно выиграю этот конкурс. Уверена, у нее есть что-то, что я смогу использовать. У нее столько вещей, она и не заметит. Я буду самой стильной и красивой. И тогда меня все полюбят. Вау! О, нельзя ее будить. Посмотрим, сработает ли это. Вау, сработало! Окей, посмотрим, что я еще могу сделать, чтобы выглядеть красивее. Да, ее дорогой макияж – это последний штрих, нужный для победы. Начнем. Мое золото, не трогай. Вау, все
всегда хотела такую косметику. Это мой шанс. Я видела такое в ТикТоке. Немножко вот здесь и здесь. Да, и вот тут не забудем. И глаза сделаем. Теперь оценим результат. Хорошо, нанесу весь макияж на эту фольгу. Все должно быть идеально. Да, готово. Это сделает меня самой красивой девушкой школы. Теперь надо осторожно нанести, чтобы все держалось. Окей, посмотрим. Ух ты, столько блеска! Последняя деталь. Итак, что же лучше всего подойдет? Да, конечно, это! Ого, теперь я и впрямь выгляжу богатой. Ты никогда не будешь как мы, бла-бла-бла. О, да ладно. Раз-два, раз-два. Добро пожаловать на ежегодный конкурс красоты нашей школы! Позвольте представить наших участниц, в числе которых победительница прошлого года Кити и наша новенькая Майя. Удачи. Да, спасибо. Тебе она понадобится. О, у нее нет ни единого шанса. Пусть даже не надеется. Это научит ее не связываться со мной и не крутить с моими парнями. Майя, я хочу с тобой подружиться. Вот, это тебе. Они идеально тебе подойдут. Спасибо. Вау, девочки, вы подружились. Я так этому рад. Ладно, я пошел смотреть конкурс. Удачи, девочки. Благодарю всех наших друзей, без которых шоу не состоялось бы. Спасибо. Также спасибо нашим спонсорам и всем остальным, кто помогал с этим конкурсом. А сейчас мы начинаем! Не могу поверить, она думает, что может выиграть. Победитель может быть только один. Я! Как всегда, меня все обожают. Сейчас я ей покажу. Соберись, Майя. Она окей? Упс. Бедняжка. У нас есть победитель. Помните немного, Майя. Побеждает Кити! 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 Вот, держи, Кити! Опять! Кити! Кити! Можно Кити? Может, сделаем вместе ТикТок? Может, удастся в следующем году? В следующем году, да. Я люблю Кити, но я хочу поддержать Майю. Посмотрим. Стой, что? Я должен что-то сделать, это нечестно. Но мне не показалось. Да, не показалось, это возмутительно. Я не могу этого допустить. Мои поздравления, да! Директор! Правда? Да. С дороги! Что такое? Ты этого не заслужила! Да что? И это снимай! С тобой я разберусь позже! Мне грустно, но думаю, это пройдет. Раз, два, раз, два! Друзья, у нас новый победитель! Это Майя! О, боже мой, спасибо большое! Я всегда верила, что смогу! Не могу поверить, как они посмели! Она недостойна этой короны! Пока, Кити! Майя! Не могу в это поверить! О, привет, Майя, девочки! Майя! 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 Поздравляю, Майя! Спасибо! Это тебе! Вау, они прекрасны! Может, сходим? Да, конечно! Привет! Эй! Окей, все внимание! Внимание! Вот так-то! Мы начинаем программу по обмену! И участником от нас будет... Она! Да!
деньгами. А? Не может быть! Это взаправду? Значит, деньги могут расти на деревьях. Вы заблудились, мисс? Я из... Мэм, я бы попросил вас... Что происходит? Кто это? Не может быть! Не могу в это поверить! Это Скотт! Добро пожаловать в мой дом! Что? Я сказал добро пожаловать! Дай пять! Извините! Пошли! Вау! Удивительно! Ух ты! Ваша куртка, мисс? Самооборона! Хороший бросок, мисс! Вы в порядке? Вот моя куртка! О, вижу, ты освоилась! За мной, я тебе все покажу! Да, идите, пожалуйста. Я в порядке. Это одна из моих любимых комнат. Зацени. Вау! Сегодня солнечно. Загорать по выходным? Круто! Да! Вот это тебе понравится. Вау! Ладно, пошли дальше. Лучшая комната на свете. Обожаю этот дом. Вау! Бон аппетит! Что? Приятного аппетита! Мисс? Мистер Бро? Бон аппетит! Что это? Это съедобно? Это мое фирменное блюдо! Хорошо! Как это едят? Ладно, приступим! Давай, ну же! Почти! Как это вообще возможно? О, нет! Ух уж эти палочки! Эй, бро! Давай начнем шоу! Мы можем просто поесть! Теперь его очередь! Нет! Упс! Как насчет пиццы? Наконец-то! Я закажу! Нет! Наш самолет готов! Что? Не может быть! Мы в Италии! Ты же знаешь, в Италии самая лучшая пицца! Круто! Я что, в раю? Вау! Это прекрасно! Вау! Ух ты! Мэм, что вы здесь делаете? О, вы нашли мои чистящие средства, спасибо! Вы о чем? Не может быть! Что здесь происходит? Окей, подходите! Следующий! Что? Но у меня совсем нет денег. Недостаточно. Недостаточно? Следующий. Что у вас, мисс? Извините, не могли бы вы впустить меня, пожалуйста? Что? Нет. Иди отсюда. Пожалуйста. Нет. Уходи. Эта школа только для богатых. Самооборона!
Путь свободен. Худшее только начинается. Привет. О, нет. Как неловко. Да. Что? Ребята, вы это видели? Ух ты! Это она! Это она! Эти жуткие фото спасли меня! Обожаю папарацци! Ура! Да! О, как мне сделать, чтобы он заметил меня? О, ты здесь новенькая? Не могу поверить, он говорит со мной! Ты видел сегодняшний Forbes? Будь здоров. Мне очень жаль. Давай, пошли, мы опаздываем. Окей. Я никогда больше не буду мыть руки. Эй! Никаких соплей в школе для богатых. Он самый лучший. О, точно, нужно подписаться на его инстаграм. Марти, ты такой красивый. Он должен быть моим. Это одежда. Вот то, что мне нужно. Вау, да. Не могу в это поверить. Марти, теперь ты меня заметишь. Раз, два, три. Вуаля, встречайте неповторимую и супермодную Джесс. Я думаю, вам нужен стилист, мисс. Что? Я тебе покажу. Ну, что ты теперь думаешь? Вау! Думаю, теперь вы готовы, мисс. Дорогу. Эй! Эй! Привет, милая! Привет! Сколько? Что? Эй, ловите! Какой позор! Они ненавидят меня! Всем не угодишь. Будь уверена в себе. Всегда. Вау, ты просто супер. Просто ты такая супер. Классная. Ты просто крутая. Привет. Что? Пожалуйста, поспешись, пожалуйста. Ты такая классная. Можно мне твой автограф? Не сейчас. Подожди, подожди. Что? Да. Пожалуйста. Ты знаешь, что делать. Конечно. Извините, я сейчас это обновлю. Это он! Ты, это Спот! Вау, Джесс, тебе тоже крутая! Идеально. Что? Ничего меня не остановит. Да. Я недавно купила этот бриллиант. Здесь так стильно. Мэм? Ты знаешь, о, привет, Джесс! Ненавижу эти рэперские приветствия. Желаю повеселиться. Как неловко. Мне нужно поесть. Фу, что это? Фу, это съедобно? Фу, кто это ест? Обожаю. Но я хочу есть. Выглядит аппетитно. Настоящая еда. Приятного аппетита. О, привет, Джесс.
О, прости, мне так жаль. До свидания. Ты это видела? Ага, сейчас запущу. Отлично. Нет, как они могут быть такими вредными? С меня хватит, мне здесь не место. Я возвращаюсь домой. Это круто! Дом, милый дом! Привет! Что ты здесь делаешь? Да, пошли, я тебе все покажу!